Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня у нас 11 апреля 2024 года. Есть информация о том, что были пуски шахедов с Чауды, это территория временно оккупированного Крыма. Примерно пуски были в районе 8 часов вечера, 19.45, 19.50. Вот. Если летят в нашем направлении, в направлении Одессы, то где-то в районе 11 часов будут уже подлетать к нашему региону, соответственно, будет объявлена воздушная тревога. Возможно, раньше, то есть плюс-минус, там 23.40, 23.50, вернее, 22.40, 22.50, то есть в районе 11 часов вечера. Для кого-то вечера, для кого-то ночи. Вот, тревогу лучше не игнорировать, потому что шахеда может быть немного. Вот. Но, кстати говоря, могут вообще к нам не лететь. У нас сегодня день прошел вообще абсолютно спокойно, не было ни одной воздушной тревоги, нас не атаковали, то есть абсолютная тишина и спокойствие. Вот. Поэтому, может быть, и шахеды к нам лететь не будут. Ладно, всем хорошего вечера, до встречи, пока.